мы подъехали к аппарату, который заправляет воду. Такие большие баклажки. Я не знаю, сколько там литров. 5 галлонов, что ли. Вот 40 центов один галлон стоит. Глейзер называется. Глейзер — это, по-моему, этот ледник. Вот туда бросаешь деньги или карточка, оплачиваешь и наливай туда воду. Ну, заодно еще покажу здесь, что есть. Чек into cash. А, тот, кто хочет обналичить чек, но у него нету возможности обналичить чек, потому что документов там нету, еще что-то. Вот здесь вот можно за какую-то плату обналичить этот чек, дадут кэш. Вот там Verizon. Там мне, наверное, не видно, пицца вот какая-то. Гриль здесь есть. Стоянки, но здесь вот, там вот это... Вот Хилтон с другой стороны, и доллар 3 есть, или 99 центов называется магазин. CVS Pharmacy. CVS Pharmacy. Лучше не покупать косметику или кремы там. Лучше не покупать. Потом такие последствия от этих вот, от краски, от кремов. Я не знаю, может быть, это или либо просроченные были, либо они такое продают, ужас, что. Сегодня день хороший, тепло. Ну, пока.